Всем привет. Так, что порассказывать хочу? А я хочу вот что порассказывать. Значит, у нас есть такая штука, как какая-то проблема. Да? Например, проблема у нас с позвоночником. Да? Где-то вот тут болит. Да? Проблема со ступнями. Ступни тоже болит. Что мы имеем? Идем к врачу, он говорит нам: у тебя болят ступни? О, друг, да у тебя плоскоступие. И выписывает нам вот такие вот стельки. Вот так вот. Мы платим за них, допустим, 1000 рублей. Может быть даже больше, ну если подешевле. В общем, 1000 рублей заплатили, все. Оставили эти стельки. Боль чуть-чуть ослабла. Чуть-чуть ослабла. Да, стало поудобнее, но все равно наваливают. Потом с позвоночником. Вот тут нам много чего могут наговорить. И лекарства выписать, и чего только не сделать. И хрен его знает, чему это приведет. Вот. Не этот доктор, который по ногам, не этот, который по позвоночнику, да, они редко-редко скажут. Ну, может, кто-то из них скажет, но... Как сказать, может это не воспримется так серьезно, как-то мимо ушей пройдет. Вот. Причина, фундамент вот этой боли и этой, да, лишний вес. Смотрим, вот большой человек с ногами, головой, с руками. У него позвоночник и ступни. Нагрузка у него давит очень большая. Вот нормальный человек. Ступни, позвоночник, здесь уже нагрузка нормальная, как и должна быть. А здесь, видите, больше. Вот худой человек. Да? У него нагрузка маленькая. У него таких проблем со ступнями вряд ли будут. Даже если у него плоскостопие, ну, может там какие-то, если серьезные отклонения, то будет болеть. А если так, более-менее терпимо, да, то тут все... Виновник вес. Если его убрать, будет нагрузка меньше, боль будет меньше. А может и вообще пройдет. Вот у меня вообще прошла, да? С позвоночником. То же самое. Убираешь вес, нагрузка меньше. Даже если он у тебя и болит, но если меньше давит, соответственно и болеть будет меньше. Так, это я связал уже. Вес лишний, да, и какие-то вот такие вещи. Теперь порядку. Вот. Про ступни даже говорить не хочу. У меня лично они прошли на автопилоте. Вот они болели, вес ушел, и вот они перестали болеть. Все, я ничего не делал. Стельки не носил. Обычно обувь, конечно, получше купил, поудобнее, все. А вот с позвоночником тут уже интересно. Каждый элемент позвоночника, да, вот так, имеет соединение, да, и все бы было просто, если бы было именно так. В реальности там много всяких вот таких вот нервишек проходит, всяких каких-то штук, какие-то жидкости там текут, какие-то ответвления идет по всему организму, и все это, не дай бог, какая-то фигушечка пережмется, сразу может там большие последствия быть. Поэтому здесь все должно работать четко, хорошо, слаженно. И с этими штуками шутить опасно. Нужно подходить к этому вопросу крайне серьезно. И каждую, например, задачу, там где-то что-то, да, нужно нежненько, аккуратненько, по чуть-чуть пробовать. Если что-то не нравится, сразу останавливаться. А есть такие врачи, в кавычках, да, доктора, столовно, которые вот эту вот наисложнейшую систему воспринимают просто как палку надо выпрямить, и все будет хорошо. И если они там что-то не туда нажмут, человек может остаться инвалидом навсегда. Поэтому выбирать вот таких врачей вот так вот надо, сразу же нет, категорически.
или чтобы у него была просто сумасшедшая репутация, тогда уже другой разговор. Чтобы посмотреть, как, чего, послушать людей. И то их тоже надо проверять. Вдруг врут. Так. Мне помогли упражнения, которые каждая из которых была нацелена на то, чтобы позвоночник, да, вот этот вот наш позвоночник, его растянуть. Но не растянуть там со всей силы, а по чуть-чуть, понемножку, небольшими усилиями. Небольшое усилие дается на это дело. Упражнения такие плавные, ну как сказать, делаются медленно, не спеша, на растяжку. Вот он растягивается, когда-то он растянется хорошо, что-то щелкнет, когда-то не щелкнет. И постепенно, раз за разом, оно прощелкивается, прощелкивается, позвоночник действительно встает на место. Постепенно здесь все приходит так, куда надо, он встает, как ему положено. Да? Не где-то перекос. Все встало, все, и постепенно все пошло куда нужно. Все стало, все эти, там, которые перетекают в жидкости, все, мускул, все расправляется. Потихонечку, постепенно встает как нужно. А если еще вес при этом сброшен, да, и сбрасывается, и контролируется, чтобы он вверх не шел, это еще больше помогает. И вот так вот одно, другое, третье, и здоровье потихонечку возвращается. Вот так. Ну, будет, если возможность, еще сниму упражнения. Они простые, легкие, сделать нетрудно. Вот на этом я останавливаюсь. Все, спасибо за внимание.